Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Зараза, так это и есть принцесса шипов. Чёртова убийца. До свидания. Сдохни, чудовище! Слушай, Йор, ты себя плохо чувствуешь? Нет, тебе показалось. Просто немножко... Ой, ничего, надо молчать. Не могу же я взять и признаться, что в перестрелке с террористами получила пулю в жопу, и мне жутко там больно! Рану-то я, конечно, обработала. Попку подстрелили! Сейчас хорошенько высплюсь, и все пройдет. С утра буду как огурчик. Она явно на что-то разозлилась. Неужели из-за похода в магазин? Ну да, конечно. У нас же брак по расчету. А я начал ей на шею садиться. Естественно, что ей это не понравилось. Так маму даже пулей не убить. Крутая. Вот черт, очень плохо. Разлад в семье поставит крест на операции. В лепешку разобьюсь, но добьюсь ее прощения. Папу понесло не в ту степь. Хочешь посмотреть аниме-приколы без ограничений авторских прав? Добро пожаловать в телеграм-канал, там ты найдешь отсутствие маленького экрана. И за кого меня держишь, чеканутая? Также другие аниме, которые YouTube не пропустит, у тебя будет возможность заказать анимешку, которую стоит разобрать и с какой озвучкой. Можешь своим комментарием повлиять на видео, перед тем, как я его выложу на YouTube, много не расскажешь и не покажешь. Так что переходи по ссылке в описании, там будут все подробности. Наверное. Но у меня что, есть выбор? Не могу же я Аню оставить одну дома. А свидание – важная часть операции по поддержанию покоя в семье. Помнится, ты хотел новые шпионские штучки изобрести? Я щедро тебе заплачу. Вот чек. Каждый чертов раз ты находишь ко мне подход! Ллойд, мне очень и очень жаль. Но сидеть я не могу, попка болеть будет. Но сегодня я бы хотела просто погулять. Что? Недовольная? Она на меня еще зла? Из-за одной просьбы у меня лишь 68 вариантов осталось. Лохматик! Чего? Аня хочет проследить за мамой и папой. Ты это серьезно? Звучит жуть как интересно. Аня, по-моему, ты так только сильнее выделяешься. Все под контролем. Йор, у тебя прекрасная фигура. Мне кажется, эти брюки хорошо тебе подойдут. Хочешь примерить? Если я напялю что-то такое облегающее, рана заболит сильнее, я грохнусь в обморок. Ни за что. А что? Извини. Молю, посмотри мне в глаза и скажи, что это ложь. Йор, клянусь, может, я присядешь уже, а то мы в кино? Душу. Нет, спасибо. Сяду и попки хана. Что же мне делать? Свидание как-то мимо меня пролетает. А ведь Ллойд мне столько всего интересного показать пытается. Как же быть? Такое ощущение, что я ее еще больше разозлил. Неужели я напортачил с планом? Я не понимаю, что не нравится Йор. Я слишком слабо ее изучил? Ну, Ллойд дает. Столько выделывается, а на деле полный ноль. Кудряха, лопух. Лохматик, ты что, по натуре гнилой? Нет, конечно. Как у человека, которого не любят девушки, у меня есть право его ругать. Бедолага. Простите, не могли бы вы подать коктейль даме за третьим столиком? Да, конечно. Выглуши бокальчик с ядом иглобрюха и отправляйся в ад, принцесса шипов. Спасибо за ожидание. Ого, какой у коктейля необычный запах и цвет. А еще он очень густой. Мама, ну нельзя его пить! Странно, со мной что-то не так. Я отомстил за вас, товарищи. Почему-то попка вдруг перестала болеть и стало так легко!
О, как раз мне на корпус бомбы сгодится. Хотя нет, все же немного маловато будет. Чё? Она что, того? А? Да ну! На складе уже лежала готовая бомба! И это еще что за фигня? Арахис? Арахисовая бомба? Кто-то из помощников принцессы шипов? Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. Послушай меня и навсегда завязывай с плохими делами. Лучше уж Кэтрин сделай счастливой. Она и про нее разнюхала. Похоже, я все это время плясал под ее дудку. Ух, и опасно же, принцесса шипов. Кто бы мог подумать, что с ней такой ребенок работает. Этим свиданием ты меня порадовал. Если не против, то пригласи как-нибудь еще. Только когда буду здорова. С радостью приглашу, Йор. Ну а теперь-то еще почему? Лекарство. Нет, яд прекратил свое действие. Я вообще девушек не понимаю.